Всем привет! Вы находитесь на канале компании Truck Garage. Меня зовут Вячеслав. Давно у нас не было новых видео. На самом деле, на то было объективные причины. Просто не было настроения в связи с всеми известными событиями что-то там снимать. Я сегодня вот ехал на работу, и солнце светит, погода хорошая. Думаю, ну, надо, наверное, пришло время, пора снять. Хотим мы сегодня рассказать про вот этот вот Raptor. Это автомобиль 22 года, но... Говоря честно, мы уже отдали их достаточно много нашим клиентам. Это далеко не первая машина, которая к нам приехала, и, в принципе, многие уже сняли про них обзоры. Поскольку я все эти машины, так скажем, пропускающие себя, сам езжу и рассматриваю их с точки зрения эмоций, тех эмоций, которые дарит машина при эксплуатации. Людей, которые работают с этими автомобилями, есть определенное свое мнение, что мы думаем про эту машину. И вот этим мы хотели сегодня с вами поделиться. Ну, начнем с внешнего вида. Вообще, вот конкретно эта машина, она в очень интересном цвете. Он на солнце вот такой вот синий перламутр, а в тени он выглядит как черный. И, опять же, ну, действительно интересный цвет, очень такой необычный. Если поговорить про поколение Рапторов вот этих вот 21-го модельного года, оптику достаточно, мне кажется, даже упростили. У него, у предыдущего морда была более, что ли, технологичная, более выразительная. Здесь линии более прямолинейные. Ну, всегда, когда выходит какая-то новая машина, да, очень часто есть некое такое впечатление и мнение, что предыдущее поколение, оно было интереснее и лучше. А вот с точки зрения внешнего вида, мне почему-то предыдущий Raptor нравится даже больше. Здесь все детали стали более массивные, вот эти решетки, фары. Видимо, есть дизайнер, который считает, что так оно либо в тренде, либо красивее, не могу сказать. Если говорить про передний бампер, то он очень похож на тот, что был на предыдущей машине, но вот эти боковые части, они были отдельно на предыдущем поколении. И, ну, единственное, так скажем, особенность, если повредил один угол, можно было его открутить, поменять, не разбирая весь бампер, не меняя целиком. То здесь в новом поколении, соответственно, бампера идут уже полностью цельные. Что мы видим? Мы видим, что в штатной комплектации установлены теперь тут противотуманки Rigid Industries. Почему это не делали раньше? Опять же вопрос. Конструктив бампера был, в принципе, такой же, но... Вот если говорить про нас, то продавая предыдущие машины, дорабатывая, практически всем клиентам мы ставили дополнительные противотуманные фары. Теперь они идут в штатной комплектации, причем, если посмотреть сзади, это все закрыто такими декоративными крышками, чтобы ничего не гнило, не ржавело. Есть еще одна особенность в том, что в стандартной комплектации, когда приходит машина, одна из противотуманок закрыта съемной крышкой. Причем сначала был вопрос, почему одна, думали, что, может быть, они на обе должны быть крышки, а оказалось, что... Есть некий стандарт, по которому, если горят две противотуманки, то, грубо говоря, эта машина не соответствует правилам и регламентам дорожного движения в США. Поэтому противотуманка одна закрывалась крышкой, и в инструкции было написано о том, что они только для эксплуатации вне дорог общего пользования, то есть на бездорожье. Естественно, ну, логично, что все их снимут, сразу положат куда-то в бардачок, и будут пользоваться полноценно всеми противотуманками. Основное отличие Raptor вот этого поколения от предыдущего в том, что здесь установлена сзади, наконец, пятирычажная подвеска. Они ушли в конструкцию от рессора, хотя, оговорюсь, если говорить про обычные F-150 текущего поколения, они до сих пор выпускаются с рессорной подвеской. Что это дает? Это дает, конечно, меньшую грузоподъемность, с одной стороны, с другой стороны, это дает комфорт. Но поскольку у автомобилей в комплектации Raptor всегда грузоподъемность варьировалась примерно 450 кг, то и, так скажем, этот показатель в принципе в этой машине был не самый важный, потому что она проектировалась для эксплуатации по плохим дорогам, и именно ходовые ее характеристики, они все-таки были в приоритете по отношению к грузоподъемности. Так вот, наконец здесь они сделали вот такую пятирычажную подвеску. Могу сказать, что на этой машине я проехал довольно много, и, конечно, разница, она чувствуется очень сильно. Во-первых, она чувствуется на бездорожье, во-вторых, чувствуется на разгоне, когда нажимаешь газ в пол, нет эффекта вот этих вот изгибающихся рессор, когда машина разгоняется рывками. Здесь едет она очень комфортно, как такой
большой SUV, как просто большой легковой автомобиль. Добавили заслонки, регулирующие громкость выхлопа. Я потом покажу, на руле есть кнопка, которая позволяет выбирать режимы. Там есть тихий выхлоп, есть стандартный, есть спорт, и есть режим баха, который, как написано в инструкции, можно использовать только на бездорожье, где никого нет и никому мы не мешаем рычачьим выхлопом. Ну, конечно, опять же, все познается в сравнении. Только что там пересел с TRX, проехал на Raptor, и, конечно, выхлоп, ну, честно, не тот. Если говорить про пикап, как же не снять грузовой отсек? Ну, в принципе, по отношению к предыдущему поколению все осталось без изменений. Также у нас здесь откидывается ступенька, здесь у нас ручка для залезания в кузов. Что интересного, появилась вот такая вот пластиковая накладка для измерения чего-либо. Наверное, ну, как минимум, рыбы на рыбалке, можно вот так рыбины прикладывать и мерить. Мелочи, а приятно. И вторая опция, которая здесь появилась, это генератор на 2 киловатта. Не генератор, извиняюсь, инвертор на 2 киловатта. Розетка, что-то можно подключить. Но сразу покажу, что вилка здесь американская. То есть, если даже холодильник сюда хочется поставить, надо будет купить переходник. И, в принципе, можно будет пользоваться. Открывая капот, мы видим, что под капотом в этом автомобиле практически ничего не изменилось по отношению к Raptor, который был поколение 2017 года. Тот же самый 3.5 двигатель EcoBoost, та же самая мощность, практически все то же самое. Да, все ожидали Raptor R с 5-литровым компрессором, но случится это когда-нибудь или не случится, неизвестно. Могу только сказать, что конвейер, на котором выпускают эти автомобили, через примерно месяц-полтора переходит на выпуск Bronco Raptor. И это такая версия автомобиля Ford Bronco, но с широкой колеей, с длинными рычагами. Те машины будут делаться на конвейере, где выпускались текущие Raptor, поэтому заказ этих Raptor уже вот такого поколения уже остановлен. И, ну, то есть там доделывают последние машины. По технике все то же самое. Может быть, в 23-м модельном году мы увидим Raptor R с 5-литровым компрессором, но пока что это 3.5 EcoBoost. Ну вот мы находимся внутри этой машины. Конечно, первое, что бросается в глаза, это полностью измененная передняя панель. Большой вот такой монитор, причем их два. Один монитор у нас стандартный со сменными экранами. Второй экран мультимедийной системы. Как-то не сформировало для себя мнение, здесь оно выглядит красивее или менее красиво, там богаче или беднее, просто по-другому. Там сделали мониторы побольше. Что бросилось в глаза, вот на руле можно посмотреть большое количество кнопок слева и справа. В принципе, здесь сверху все, что касается с левой стороны активного круиза, дистанции, системы удержания в полосе, громкая связь. Вот здесь вот раньше, если говорить предыдущую машину, был только возможность выбирать усилие электроусилителя и обратную связь на руле, то на вот этом поколении мы вот нажимаем, есть кнопка, где нарисован амортизатор, и здесь появляются три режима: это Normal, Sport и Off-Road. Кнопочка, где нарисован выхлоп, две трубы, вот мы нажимаем, и тоже здесь у нас получается четыре режима. Первый — это Quiet, переводится как тихий, второй — Normal, третий — Sport, четвертый — Баха. Баха — вот это громкий выхлоп, когда хочется это погонять, можно включить, хотя он сразу пишет предупреждение, что этот режим можно использовать только на бездорожье. Такая фишка, которую все обращают на нее внимание. Здесь складываемая ручка КПП, и потом можно вот так вот откинуть здесь столик, можно ноутбук поставить, можно просто выпивать на охоте. Применение найти можно разное, но тем не менее вот такая опция присутствует. В конкретно этой машине есть еще одна прикольная штука. Сейчас покажу, причем это приехал в стандартной комплектации. Оп. А здесь вот такой вот оригинальный сейф от компании Ford с
наклеечкой Ford. Вот такая штука, куда что-то можно убрать и, вводя код, заблокировать. Вот, что еще? Глобально все те же самые опции, круговой обзор, панорама, вентиляция, подогревы, все то, к чему привыкли. Четыре режима полного привода, это, соответственно, задний привод, автоматически подключаемый полный, полный жесткий с блокировкой, пониженная и задняя блокировка. Что появилось? Появилось вот такой колесико с надписью Drive Mode. Если мы его переключаем, то, соответственно, это режимы езды. Вот первый режим Normal, второй режим у нас глубокий снег-песок, третий режим у нас называется Баха, четвертый режим у нас называется Каменное бездорожье, буксировочный режим, скользко. Все, режимы закончились. Суть в чем? То есть, грубо говоря, раньше мы могли отдельно включить блокировку, отдельно подключить полный привод, нажать кнопочку Tow Haul для буксировки прицепа. То сейчас производитель думает за своих клиентов, за потребителей этих автомобилей. И уже все просто. Ты, грубо говоря, включаешь этот режим, который тебе нужен, включаешь режим, допустим, спорт. У тебя перенастраивается отзыв на педаль газа, перенастраивается в нужный режим, включается коробка. Также у тебя перенастраивается отклик на руле, то есть обратная связь, режим работы электроусилителя. Одновременно перенастраиваются амортизаторы и, соответственно, даже глушитель начинает звучать погромче. Резюмирую, на самом деле скажу следующее, что Raptor 21 модельного года и, соответственно, и последующего 22-го, это улучшенная версия предыдущего Raptor. Если говорить про опции, то в принципе сравнивая максимальные комплектации, то и в этой машине, и в той практически все то же самое. Для себя я всегда считал, что Raptor — это прям the best. У меня были эти автомобили всех поколений, и там когда-то там у меня был самый первый Raptor, и вообще это казалось что-то космическое. Потом появился в 17-м году, вышло следующее поколение, и по сравнению с предыдущим это тоже был такой огромный прямо шаг вперед, ступенька вверх. Если говорить про эту машину, то не могу сказать, что это такой огромный шаг вперед. Да, посимпатичнее, да, покрасивее, конструктивно все то же самое, за исключением, как я уже говорил, задней подвески. Естественно, конечно, напрашивается сравнение с Ram TRX, потому что эта машина, она действительно уникальна, и на нее сейчас многие ориентируются, сравнивают. TRX, конечно, the best в данный момент, но как минимум Raptor дешевле, это раз. Два, не всем нужна машина мощностью 700 лошадиных сил, потому как, во-первых, не все умеют ездить на автомобиле с такой мощностью. Не все могут реализовать потенциал автомобиля мощностью 700 лошадиных сил. Для некоторых, ну, называя вещи своими именами, в принципе, такая машина не очень безопасна, да, потому как весит она 3,5 тонны, а разгоняется там чуть больше 4,5 секунд до сотни. Если вам нужен хороший пикап для поездок на природу, на рыбалку, еще там, там с семьей, там, с друзьями и так далее, и вы не автоспортсмен и не гонщик, то на самом деле Raptor — это отличная машина. Как была она вот такой классной тачкой, так и осталась, только немного обновленная. Опять же, у TRX категория C, тем самым мы понимаем, что очень многие, в принципе, сразу отказываются от покупки той машины по причине того, что не у всех есть категория C, не везде можно на нем ездить, и такая есть некая специфика. Я уверен в том, что если вы смотрите все наши видео, то как минимум вы интересуетесь темой большеразмерных американских пикапов. И, в принципе, если у вас есть вопросы по покупке, по обслуживанию, по тюнингу, вы всегда можете звонить, писать, если вам нужны запчасти для этих машин какие-то. Тем более в данный момент это особенно актуально. Мы всегда поддерживаем довольно большой запас запчастей для обслуживания всех американских пикапов. Это, ну, основная тройка — Toyota, Ford, Dodge. Все, что вам надо, мы по-прежнему вам можем это либо привезти, либо предложить из наличия.
И также с машинами по-прежнему работаем, несмотря на весь этот хаос, который творится вообще в мире и вокруг нас. Мы по-прежнему везем эти автомобили, доставляем их нашим клиентам и всегда стараемся выполнить те обязательства, которые на себя взяли. Поэтому звоните, смотрите, приходите, на все вопросы ответим, все расскажем, покажем. И ставьте лайки.